Приветствую вас, дорогой наш подписчик или гость на нашем канале. Это рубрика «Правильные вопросы, которые могут изменить мою жизнь». И сейчас, в это прекрасное утро, я остановился, чтобы поразмышлять над следующим вопросом. Этот вопрос я задаю себе следующим образом. Какое самое важное дело я должен сделать сегодня? Также я задаю себе два дополнительных вопроса, которые очень сильно связаны с этим вопросом. Это какое самое важное дело я должен сделать на этой неделе? И какое самое важное дело я должен сделать в этом месяце? Эти вопросы очень сильно помогают мне менять мою жизнь, потому что я фокусируюсь на самом главном. И отвечая на них, то есть действуя, я двигаюсь вперед, я расту в том деле, которое я совершаю. Еще раз повторю, я задаю себе вопросы, какое самое главное дело я должен сделать сегодня, на этой неделе и в этом месяце. И потом в конце я всегда, в конце дня, в конце недели, в конце месяца, я анализирую, что мне удалось, что не удалось, сделали то, что я хотел сделать. И что я могу сделать, чтобы прийти к этому главному делу, к этому главному вопросу, чтобы откинуть все неважное, все мелкое, а только сфокусироваться на том, что поменяет меня, поменяет людей вокруг меня, которые продвинет меня на новый уровень. Попробуйте, если вам это актуально, я советую вам попрактиковать это некоторое время, чтобы это стало вашей привычкой, и вы, я уверен, заметите результаты в своей жизни. На этом я заканчиваю, также желаю вам успехов в вашем деле, в вашей жизни и новых побед. Пока-пока.